Это «Лайф». Мы продолжаем. Православный храм построили на российской авиабазе «Кант» в Киргизии. Соорудили его в честь князя великого русского полководца Александра Невского. Накануне митрополит Ташкентский, Узбекистанский, Викентий, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил совершили первую архиерейскую благословенную службу. Теперь вера будет помогать российским военным проходить службу, отметил генерал-майор Сергей Политучий. Торжественное открытие храма состоялось в 13-ю годовщину российской авиабазы в Киргизии.